Я вылез из машины, потому что машине на Кола-Бич ехать непросто. Это сейчас нормально еще, а там будут камни всякие, можно карту пробить. Машинка дешманская, под тремя людьми, считая водителя, очень прогибается. А вон и океан. Это было последнее место, куда можно на машине. Дальше пешкодралом. Вот она, Кола-Бич. Или оно, или он. Да, точно, Кола-Бич. Я тут был 15 лет назад. Многое изменилось. Кола-Бич. Очень долго сюда ехали. А от больших дорог надо ехать через какие-то леса, поля. Но здесь, конечно, офигенно. Я тут был 15 лет назад. Все было чуть-чуть по-другому. Но, в общем, красота была такая же. Как описать, не знаю. Вот Индийский океан за спиной. Хорошо, только приехали. Побудем здесь, может быть, день. Сейчас на Кола-Бич провели дороги, а я тут был 15 лет назад. Вот эти шатры помню еще. Белоби, Нью. Вот там вот плата. Мы тогда с него спустились и нашли эти шатры. Но шатер-то вот это самое интересное, потому что, ну, палатка, да, типа. Это меня тогда поразило 15 лет назад. Сейчас-то я был, конечно, к этому готов. Тогда не был готов. Вот это мой шатер. Здесь вот так раз открываешь его. Там есть двуспальная кровать. В прошлый раз была под балдахином. Под балдахином двуспальная кровать. Зеркало есть. Кондиционер, между прочим. Но это еще, ребята, не все. Потому что если зайти вот сюда, то вот так вот. Это серьезно, прям в песке плиточка, унитаз. А, ну конечно, вот зеркало можно отразиться и душ. Вот это меня, да, в тот раз поразило. Сейчас я был к этому готов, поэтому не так поражен. Но все равно удобно, прикольно. Кровать отличная. Самое главное, что я не знаю, как в сезон. Просто все равно далеко ехать, дорого. Мало кто поедет. Мало кто сюда поедет. Поскольку дорого, далеко. Шатер стоит. Мы сторговали за 4500 рупий. Ну, 4500, как и 1000 рублей примерно. А вообще, они вот то ли за 7000, то ли за 8 выставляют. Может, даже больше в сезон. Но тут никого нет. Фига ли. Можно отдать и за 4. 4500 с завтраком. Вот там кафе. Сейчас там принесут тигровых креветок. В принципе, очень красиво, эксклюзивно, никого нет. Все для райского отдыха, пока у нас в Индии такого не было, наверное, первый. Ну, Арабболь считается, там тоже как бы хорошо, но там толпа народу. А здесь вот стоит волейбольная сетка, в принципе, стоит. Она, кстати, и раньше стояла, 15 лет назад, я ее помню. Может быть, не это уже, палки другие, потому что здесь вот еще такая пальма висела. И сейчас я спросил, да, она упала, пальма. Ну, как в рекламе Баунти. Тут у нас морской бой. Настоящий морской бой. Российско-индийский.
Thank you.